К юбилею Компартии в Китае запустили новый скоростной состав. Поезд «Гармония» разгоняется до 300 км в час, ну а путь от Пекина до Шанхая преодолевает всего за 5 часов. В этом уже успел убедиться наш собственный корреспондент в Китае Дмитрий Собьев. Последнее испытание перед запуском скоростного поезда Пекин-Шанхай было приурочено к 90-летию Китайской Компартии, образованной в 1921 году именно в Шанхае. В наше время этот город известен как финансовая столица Поднебесной. От столицы официально ее отделяет 1318 километров или менее 5 часов пути. Рабочая скорость состава более 300 км в час. Безопасность трассы проверяла как министерская комиссия, так и независимые эксперты. Так что я могу с уверенностью сказать, проблем с безопасностью у нас нет. Чудо-поезд называется «Гармония». Прозрачный намек на популярный лозунг о гармоничном обществе, свободном от классовых противоречий. На деле вагоны разделены на три класса. Элитное обслуживание обойдется состоятельным пассажирам в $280. Теоретически, за эти деньги в Шанхай можно с меньшим комфортом лететь, но богатые выбирают удобство. В салоне первого класса чувствуешь себя как пассажир дорогого лимузина. В поезде намного комфортнее. К тому же не надо приезжать заранее, как в аэропорту, и тратить время на регистрацию багажа. Я остановила свой выбор на железной дороге и не жалею об этом. Скоростная линия Пекин-Шанхай – самый затратный и самый внушительный этап амбициозного плана по созданию лучшей в мире сети железных дорог. В 2020 году общая длина таких дорог перевалит за 16 тысяч. К этому времени новые магистрали соединят все основные города Поднебесной. С 1 июня билет на поезд можно приобрести в интернете. Кроме того, на вокзале установлены 76 билетных автоматов. Людям не приходится, как раньше, стоять в очередях. Китайская «Гармония» – это соединение передовых разработок из Японии, Европы и Канады. Немецкий «Сименс», японская «Кавасаки» и канадская «Бомбардье» поделились своими технологиями с китайскими компаниями взамен на доступ к самому большому в мире рынку. Но конечный продукт – дело рук китайских инженеров. Нам удалось создать собственный продукт на базе импортных технологий. Но наши поезда лучше приспособлены к китайским реалиям и вообще превосходят зарубежные аналоги по многим показателям. На очереди новая магистраль, которая соединит 17 крупных городов и свяжет столицу с островом Коулун в Гонконге. Впервые национальная железнодорожная сеть выйдет за пределы континентального Китая. А значит, Гонконг, который пока имеет статус особого административного района, станет намного ближе. План модернизации китайских железных дорог рассчитан до 2070 года. К этому времени, считают китайцы, появятся новые технологии, и скоростные поезда станут серьезным конкурентом авиатранспорту. Дмитрий Собьев, Борис Агапов, Пекинское бюро вестей.